Гончаренко Настя вчера попала также в полуфинал с результатом 7-46. Но в финале не удалось ей побороться за призовые места. Ну, очень аккуратно соединилась, сейчас будет финишировать. Даже, я даже сказал, проверила ствол еще дополнительный, на месте ли он. Как говорят, на четыре кости приварила разветвление. Ну, так, наверное, и надо.